Всем привет! Привет зрителям моего канала и отдельный огромный привет жителям города Санкт-Петербург. Я здесь, погода сегодня солнечная, но как только солнышко заходит за дом, становится ветрено и прохладно. Но это не главное. Главное, что за моей спиной находится ресторан «Кристалл». Это отдельно стоящее здание здесь на берегу Невы и с огромными панорамными окнами, придя в которое, вы удивитесь, какой прекрасный вид здесь на Петербург. Но главной жемчужиной этого ресторана является шеф-повар Валерий Порядин. Мой старинный друг. Знаю я его еще с ресторана «Баран Рапан» в Сочи. Мы тогда всем сообществом переживали после Андрея Колодяжного, кто же, так сказать, продолжит вот это феноменальное шествие ресторана в Сочи. Сам он южный парень, не знаю, как его занесло в такой город, как Санкт-Петербург, нашу северную столицу, но не отнять у него талант создавать великолепные и, самое главное, очень вкусные блюда. Вы знаете, у шеф-поваров вкус на кончике языка и на кончике пальцев. Вот у Валеры с этим все в порядке, потому что у него есть опыт, есть талант, есть стажировки в зарубежных, вообще величайших ресторанах. В общем, что я вам рассказываю, пойдемте внутрь и посмотрим, что же он будет мне подавать в тарелке. Дорогие друзья, если хотите поддержать мой канал, присылайте денег. Так сказали бы другие блогеры. Но я хочу, чтобы за вашу помощь вы получали какие-то ништяки. У меня есть для этого магазин. Поэтому, если вдруг вы надумали поддержать мой канал, то вы можете просто зайти в магазин, сделать какую-то покупку, получить за это прям классную вещь, которую вы будете долгие годы использовать у себя на кухне. Ведь не зря же мы заморачивались соусами, с чаями, с досками и со всем тем ассортиментом, который у нас есть. Я вам буду очень благодарен за эту помощь, за обоюдную помощь. И по этому случаю, по промокоду ШЕФ, скидка 10% на все. Ссылочка внизу в описании, заходите, поглядите. Дорогие друзья, Валерий Порядин, вот я все-таки топлю за поваров-спортсменов. И за поваров, которые я троллю на самом деле по чуть-чуть. Я когда-нибудь говорю всегда, что меня где-нибудь толстенькие повара встретят и по почкам надают. Так получается, что вот у меня на канале прям огромное количество поваров, которые реально на физухе. И я говорю каждый раз, что современный повар, современный шеф-повар, современный человек, который он всегда следит за собой, и это важно очень. Значит, это очень супер модно и молодежно у тебя здесь. Такое сидишь, окна в пол почти что. И, конечно, в прошлый раз, когда я давненько-давненько был у Валеры в гостях, можно просто наблюдать Неву, как лодочки плывут, и это делает большой респект и уважуху. Рассказывай про идею ресторана, про ресторан и про меню, ну, в смысле, про еду. В чем у тебя основная там цель, задача, позиционирование? Я уверен, что лодочки плывут и до сих пор, и ты их можешь увидеть сейчас на заднем плане, соответственно, да. А мы сейчас, друзья, находимся с вами в ресторане «Кристалл». Ресторан «Кристалл» открыт 2 года назад. Ресторан в Санкт-Петербурге на площади Александра Невского, возле Невы, как вы наблюдаете, соответственно. Вот. Ресторан авторской кухни с таким, с южным вкусом, но с северной подачей, северной едой. Поэтому мы анонсируем все это дело как «Fucking Nordic». Я не побоюсь этого слова, поэтому так. И наш лозунг, соответственно, заключается в том, в чем? В том, что еда должна быть атмосферно, гостеприимно приготовленная, южная, теплая, да, но с нашими северными акцентами и с тем, чтобы каждый сотрудник нашего ресторана приходил на работу с улыбкой и уходил также с улыбкой. Мы как общая одна семья, мы дружный весь организм, как пальцы, сжатые в кулак, соответственно. И любая станция, у нас их, наверное, 7-8 в ресторане, работает как единый механизм в целом.
Еда авторская, европейская, где-то смешанная с паназиатскими нотками, так как у истоков, когда я начинал работать в ресторанной индустрии как шеф-повар, у меня было направление Япония. И Япония вдохновила этим самым меня своими умамными вкусами, соответственно, от техники, которые мы используем, больше нордические, я бы сказал. Мы используем угли, обжиги, различные степени приготовления в жиру, в топленом масле, в жженом сливочном масле, с ароматами. И, соответственно, во вкусах мы используем максимально 2-3 вкуса. И в текстурах точно так же, и в цвете точно так же. Поэтому мы топим за минимализм и за максимальный вкус в тарелке продукта. Роллы в меню есть, если вдруг кто-то задался вопросом. Рыбный ресторан. Я забыл сказать, да, все верно. Мы больше акцентируемся на рыбу и на морепродукты, так как, в принципе, мы любим ее готовить, потому что я родился в Сочи. Сочи – это море. Я привык есть свежую рыбу. Морепродуктов там, конечно, немного, но морепродукты мы очень любим. Мясо у нас есть тоже в меню, но акцент больше на рыбу, на свежие морепродукты, наисвежайшие. И гости нас любят за это. Я в Сочи никогда не встречал. Никто не делает суши с барабулькой. Вот удивительная вещь. Барабулька – это уникальный продукт. Я думаю, самое вкусное – это просто пожарить барабульку. Правильно, пожарить барабульку. Кто делает шкару, кто-то просто жарит до хруста в муке, в манке. И это прекрасно. Потому что, ну, суши – это издевательство над рыбой. И местные сочинцы скажут вам, что это точно издевательство. Ну, сочинцы это точно скажут. Потому что это все-таки традиционные вещи. И уже испокон веков привыкли, что барабулька жарится в масле, на сковороде. Конечно, несомненно. Это железо. Я думаю, ты проголодался? С вкусной еды начнем. Да, я специально, когда еду утром снимать, не завтракаю. Ну, потому что это будет обильный завтрак. И что там, зачем еще в себя что-то напихивать? Так, Вась, это первый амисбуш у нас. Это рулет из цукини с глазурью и шалфея. Внутри у нас тоже крем на основе цукини, жареных листьев шалфея и шиса. Не немножечко шиса, соевого соуса. Мы его делаем сами на листьях шиса, ферментируем с бобами, соответственно, соевыми. И добавляем в уваренном виде, в виде крема. Рекомендуется есть вилкой, желаю тебе приятного аппетита. А сверху вот эти точки маленькие, это гель из шалфея. То есть получается у нас два основных вкуса. Это цукини и шалфей. Внутри крем из цукини на основе листьев шиса. И сверху глазурь из шалфея, листья жареные шалфей, как в виде чипса, и гель из шалфея. Рекомендуется есть вилкой, приятного аппетита. Шалфей. Но я люблю шалфей, на самом деле. Он классно освежает, и рецепторы начинают работать. Поэтому изначально мы даем его первым. Так, правая или левая, левая или правая? А тут как ни покрути, все стороны, одинаковое, да? Наискосок. На рельсах подаем, видишь? На рельсах. Потому что мы из Сочи сюда ехали на поезде, вот, обычно на самолете летаем, поэтому вся наша банда, которая приехала сюда, можно на укус сразу взять, спить, да, сразу так. Один ролл закручен так, чтобы можно было съесть за один укус. Ух ты! Сильная вещь. Интенсивно. Мне очень нравятся два ингредиента как раз-таки. Мне реально нравится шалфей в любых его проявлениях. Очень классно сочетается в соусах, в десертах, с кроликом. Кто-то любит его с овощами, вот так как мы, да? Есть соусы, которые делаются для рыбы, но они должны быть менее интенсивными, мне кажется. Поэтому для овощей это прекрасное сочетание. В Сочи у нас была своя ферма, с которой мы работали. Ну, как ферма. Мы занимались агрономией такой малой. Выращивали сами различные овощи, травы, фрукты. У нас росли такие эксклюзивные вещи, как мамардика, мелотрия. Это мышиный арбуз, который... И делали мы это успешно на 11 сотках земли, соответственно, привозили все это в ресторан и плотно работают с овощами как раз таки. И эта любовь пришла к нам именно оттуда. И сейчас мы, когда ведем наши курсы в СВЧ, у нас есть отдельный курс, называется «Овощи». И мы там участвуем как раз таки с нашей командой. Прикольно. Большой. Да. Вся команда, которая также приехала, все основные участники нашей команды, они приехали со мной вместе из Сочи. И я их за это очень ценю и люблю. Мы вместе. Класс. Ну, надо будет потом в конце просто пойти на кухню и... сказать спасибо. Мы и так делаем, чтобы всегда. Все увидели хотя бы глазочком одним вот эту широту, так сказать, кухни и всего прочего. Так, а у нас следующее что будет? Тартар из оленя? Из оленя тартар приготовим. Да, у нас рыбный ресторан, но мы тебе покормим и мясом. Одно блюдо, ну, конечно, оно будет. Оно тоже уникально, потому что этот продукт, на самом деле,
полюбился нам, когда мы приехали в Петербург. Потому что олень на юге не едят вообще. Мы сколько пробовали заводить его в Краснодаре и в Сочи, люди требуют простой говядины и свинины. Вот. И здесь для нас было удивление, что люди едят, наши гости едят оленину, и мы решили приготовить из нее тоже два блюда. У нас есть вырезка оленя в горячей позиции и тартар из оленя. Мы подвяливаем мясо оленя буквально 3 дня, выдерживая первоначально его в соляном малом рассоле, потом дальше его немножко подкапчиваем, нарезаем мелким кубиком, даем ему максимальный вкус мяса, насытив его самым. Делаем гарум из оленины. Все знают, что такие аминосоуса, которые готовятся самостоятельно в камере вызревания, потом, соответственно, вызреваются до 3 месяцев или кто-то более. При относительной температуре и влажности мы делаем это при 45 градусах, кто-то делает при 60 градусах. В вакууме? Нет, не в вакууме. Под открытом состоянии? В пластиковом боксе, в контейнере, закрыто под пленочкой, в контактной пленке, соответственно, и в специальном шкафу, в термошкафу. Все это дальше потом сцеживается, сливается, убираются верхние ненужные жировые вкусовые элементы и оставляем чистый, грубо говоря, соевый соус из этой оленины. На этом соевом соусе мы делаем майонез из оленя и заправляем как оленьим майонезом оленя, добавляя в него ферментированный сельдерей, который нарезаем кубиком, в 2% солевом растворе упаковываем в вакуум, и при температуре примерно 27-28 градусов она у нас выстаивается 7-8 дней, примерно так. Этим самым мы придаем сельдерею кислый соленый эффект, как от каперса из соленого огурца. Все привыкли в тартаре всегда, да. Привычный огурчик. Огурчик, соленый каперс. Мы заменяем огурчик и каперс, соответственно, добавляя туда сельдерей. И все. Просто два вкуса также. Оленьи майонез, сельдерей ферментированный. И оленье сердце будет сверху, мы увидим, натертое на терке. Оленье сердце тоже уникальный продукт, с которым мы столкнулись также здесь, на севере. Мы его засолили, соль, сахар. Такой сделали драй-раб, скажем, на него сухой. Давай. Ставь, чтобы мы уже сразу, чтобы наши зрители видели, как это выглядит, и дорасскажешь потом. Вот мы остановились на натертом сердце оленя, потому что информации прям очень много. Надо пояснять о том, что гарум — это что-то подобие рыбного соуса. Технология примерно одна и та же. Да, да, технология. То есть долго стоит. Долго стоит, долго созревает, и потом процеживается, все разъедается, получается соевый соус. Добро, а я сейчас как раз расскажу, вот я почему последний оставил, про этот самый, про ролл. Значит, я его все-таки разрежу. Во-первых, здесь текстурка внутри прям травяная, видно, что зелени много, помимо там шалфея есть еще куча всего, зеленый лук и вещь не похожа ни на что, в том смысле, что несут как раз тартар из оленя. Не похожа ни на что, потому что очень редко встретишь в ресторане в чистом виде овощи. Обязательно в закусках кто-то приносит какие-то такие вещи, которые очень часто крема всякие, муссы, творожную всю историю. А здесь прям ты ешь овощи и понимаешь, что утяжеления нет никакого. Все хрустящее, вкус нежнейший, потому что нету ярких вот этих, вот как Валера правильно сказал, что значит какого-то тяжелого маринада, что-то вот очень острого или, например, соленого или очень кислого. То есть он такой сбалансированный. Может быть, даже кто-то удивится, скажет, я думал, что это будет мощнее по вкусу. Но здесь мощнее не надо, мы же с этого начинаем еду. Здесь это как раз для тех, кто ценит мягкое начало, потому что если вы сразу рецепторы обожжете, тогда у вас все остальные блюда будут казаться одинаковыми, потому что рецепторы не должны получать шок. То есть, по идее, по всей логике, там, горячее должно быть максимально умамное, мясное, насыщенное или там рыбное. Я все равно имею в виду мясное, потому что белок дает такую насыщенность. А вот отсутствие белка, оно дает свободу, легкость. И, в принципе, если это веганское блюдо... Да, да. Ну, то есть, там никакого мясного ничего нету. Нет, мясного ничего нет. В принципе, мои друзья, вот у меня есть друг Тимур, он говорит, если бы я, когда сидел на веганке и на сыроедении, вот ты бы, говорит, мне такое готовил, то, конечно, веганам можно жить. А то они привыкли все время.
одну ботву и одни помидоры с огурцами есть. Они говорят, хочется чего-то такого. Вот как раз можно прийти человеку, который веганит, и быть вместе за одним столом с людьми, которые едят морепродукты и мясо, и получать очень крутую, качественную еду. Это вот отсюда. Хрустящая, нежная, сочная, сливочный вкус. Шалфей дает такую цветочную ароматику, мягкую. И лучок дает как раз вот эту пикантность. Олень, про которого я рассказывал ранее, подвяленный немного в шкафу, потом нарезанный мелким кубиком, с лактосидереем. Сверху у нас майонез из зеленого лука, айоли из зеленого лука, давай назовем его так. И вяленое сердце оленя для интенсивности вкуса и для дополнительного соленого эффекта. И немножечко даем ему копоти, потому что сердце оленя, оно крупное довольно-таки. И мы его выдерживаем в специях, дальше мы подкапчиваем и вешаем в шкаф для вызревания, наверное, около месяца. Примерно так. До состояния такой мягкой бастурмы, чтобы можно было натереть сверху на терке вот таким вот эффектом. Соответственно, даем к тартару наш ремесленный вкусный хлеб, мякиш, который жареный просто на палке, на углях. Разрываем руками и кушаем с тартаром. Приятного аппетита. Не на углях, а в смысле на гриле, на углях, в смысле, на гриле. На гриле. Вот, решетка, гриль. Да, можно, да, конечно, жарить на палке, да, но, видимо, сегодня мы пожарили бережно. Шашлычным. Не варварским методом, да, не шашлычным, а таким грильным. Слушай, многие просто обжигают хлеб, да, и он нас, может быть, и уводит в детство, когда мы на палке жарили хлеб. Но от огня и от всего быстро он не сохнет, а наоборот покрывается такой штукой на один раз еще более-менее. Второй, третий уже начинаешь как бы вопросы задавать, типа, не очень вкусно. То есть вау-эффект производит там, не знаю, раз в месяц, может, такую штуку. А жареный на гриле и с маслицем смазанный, судя по всему, я вижу, что маслицем смазан. Бережно смазанный маслицем. Да. Сверху хрустящий, а внутри мягкий, видно, что он садится, но при этом это хруст. Это вот... Есть отскок, прекрасный отскок, как мы называем у пекарей, когда они отскакивают на булку. Да, я тоже, ну вот, обожаю так, я всегда говорю, сушить там... Парик закинем, и все будет готово. Я говорю, в парике сушится, а не жарится, а жарить надо на сковородочке. Да, то, что надо. Внутри мягкий, сверху хрустящий. В общепринятом понимании тартаром это назвать сложно, потому что все делают сырое мясо, приправили и все. Здесь ты пошел немножко дальше, это... Знаешь, как бы правильно сказать? Ну, тартар там 80-й уровень. Обыграли тартар. Обыграли, немножко. Потому что да. Знаешь, когда картошку жареную тебе дают, и ты такой, типа, понимаешь, что такое жареная картошка, ждешь всегда чего-то вот такого. А когда эта картошка, форма поменена, вкус помененный, ужарена, усилена, масло влито, и ты такой, это не просто жареная картошка, это произведение искусства, которое вы зачем-то грубо назвали жареной картошкой. Там надо что-то какое-то витиеватое, такое воздушное название. Так и здесь. То есть вкус максимальный. Ну, для этого и мы работаем в ресторане, чтобы не подавать простые банальные вещи, те, которые могут приготовить также гости дома. И он отдален от сырого. Да. Ну, то есть, как бы я всегда тоже и у себя на каналах всегда говорю, задача от тартаров, чтобы не было ощущения, что ты ешь сырой металлический вкус. Потому что чем дальше мы от него отходим, текстура-то мягкая, классная, это же сырое мясо. Да. Но сырой вкус, даже гурман может вызвать отторжение. Вот здесь сырого вкуса вы не найдете. По сути, приготовленное мясо, ну, приготовлено отдельным способом посредством грамотно заправленного соусом, соответственно. Я, на самом деле, сам оленину не очень люблю, потому что у нее есть железистый какой-то привкус запеченной печени, наверное, сказал бы так. Да. И что в основном блюде, в горячем, что в закуске, мы стараемся максимально обезопасить нашего гостя от вот этого вот отторжения. Да, от агрессивного. От агрессивного вкуса. И тем самым сохранив вкус оленины в интенсиве. Но это не вкусный тартар, это очень вкусный тартар. Спасибо тебе, что... спасибо за оценку. И выглядит, казалось бы, ну что здесь айоли вот этот зеленый? Раз, он создает вот эту гамму, радостное настроение, да. Потому что в Питере-то у нас город какой? Холодный, суровый, серый. Но сегодня нам шикарная повезло. Погода, да. Очень вкусный тартар. Спасибо. А что следующее у нас? Следующее у нас будут крабово-креветочные пончики, черные пончики
пожаренные по специальной уникальной технологии, которая разработана, наверное, нами. Сейчас про Питер сказал, ты мне говоришь пончики, а я сразу, а чё пышками не назвал? А потому что на юге пончики, а не пышки. Пышки — это в Петербурге. Mm. Я всю жизнь привык есть пончики, которые мне привозили с заварным гребом, но здесь мы акцентируем на рыбу, соответственно, и пончики, которые я ем на юге, мы их делаем с рыбой. Соответственно, внутрь добавляем краб и красная креветка, красная аргентинская креветка. Мы из нее делаем. Мы даже не рассказывай. Сейчас мы зрителям покажем сразу, чтобы видно было, как это выглядит. Чтобы было интересно. Ты начнешь рассказывать, да. Почему никто не берет вот эту штуку? Идею. Мягкий хлеб с хрустящей корочкой. Все подают чипсы. И иногда бывает, когда хлеб не сами пекут, а берут его из заморозки, выпекают, а потом режут. Он получается деревянный. Чипсы получаются деревянные. Иногда мы не молодеем. Зубы нам говорят о многом, и поэтому иногда попадет на зуб кусок еще корки вот этот подсушенный. Небо нужно беречь еще. Еще небо, конечно, можно поцарапать, да. Это вот тоже важный такой элемент. Сельдерей классно себя чувствует тут. Он не пахнет сельдереем, и вот, но при этом очень отдаленный вкус оленины в самой оленине присутствует. Как многие говорят, зачем вы едите баранину, если вы хотите, чтобы там не было вкуса баранины? Логики никакой. Здесь логика есть, но сельдерей, если вот возвращаясь к предыдущему блюду, можно было бы его наковырять и отдельно подать. Это вкусная штука, сельдерей вот этот вот внутри. Поинтереснее будет, чем банальные огурцы. Возьмем на заметку для вегетарианцев. Ну, представляешь, такое сделать вот холодное, не знаю, там ризотто или как его можно назвать, из ферментированных сельдерея. Очень, кстати, получается вкусные чипсы из ферментированных сельдерея. Да, ферментируются, слайсы, mm-hmm. потом обжариваются во фритюре и сушатся дополнительно. Они прикольно хрустят, у них есть такой умамный соленый аромат, вкус, есть сладость. Я правильно понял, что мы небольшие порции? Да. В реале будет чуть-чуть больше? Да, в реале будет чуть больше. В реале будет чуть-чуть больше порции, мы с Валерой договорились, я говорю, да, а можно поменьше сделать, чтобы порций много? Чтобы я с удовольствием поел все, а не так, что большая порция, чуть-чуть откусил, понимая, что там еще будет вот столько еды. Мы можем сделать, конечно, кавказский южный стол, но я думаю, на пятом блюде ты уже просто скажешь: ребят, я закончил. Я на Кавказ пойду. На Кавказ пойду, да. Надо утрясать все это. Кляр с использованием соды с лимонкой. Делается кляр, сразу замешивается перед обжаркой. На шпажку надевается фарш. Макается в этот кляр с содой, с лимонкой, он быстренько вспенивается. Как только вспенился кляр, нужно сразу его жарить. Макаем туда, соответственно, наш пончик, начинку в кляр и обжариваем во фритюре быстренько. 2 минутки в параконвектомате. Кляр ты увидишь сейчас нестандартный, не как у всех, ну, скажем, как булочка получается. Mm-hmm. Не как булочка, он не будет мягкий, он будет снаружи хрустящий, мягкий внутри, как и хлеб, соответственно. Mm-hmm. Эту же самую историю мы несем и в пончики. Ты его обжариваешь и в заготовку? Нет. В заготовке у нас замороженный просто фарш. То есть из-под ножа, когда кляр приходит? Из-под ножа готовится, да. Кляр, то есть у нас вот есть замес. И есть замес отдельно лимонная кислота и сода отдельно в боксиках маленьких стоит. Как только вышел заказ, на шпажке надевается замороженный фарш. Макает, в это тесто добавляется лимонка и сода, быстро перемешивается происходит начинает. Реакция вспенивания. Соответственно, фарш мы макаем в эту реакцию вспенивания. И обжарим, и этим самым даем вулканический эффект нашим пончикам. Ты можешь увидеть, как вот как такие прям кратеры вулканические. Ага. А, соответственно, с посудой это же самый выбор. Ну, как, наверное, кратер вулкана. Видишь, такое все рельефное, все красивое. И угли, соответственно, угольные пончики в рыбном ресторане со вкусом севера, но с южным теплом. Так как воспоминания о пончиках у меня были, точнее, из школы, из детства, так как я ел пончики. Когда шел из школы, брал краснодарское мороженое в белой глазури и ел пончики с заварным кремом. Но это рыбные пончики у нас в ресторане. Приятного аппетита. Спасибо. Черные такие пончики. Давай, на тарелочку, давай. Удобней. Давай сюда соус это поставлю. Снаружи хрустящий и мягкий внутри. Ну что, выглядит, конечно, потрясающе. Ну и на вкус потрясающе. Сверху легкая хрустинка. То есть обычно, если очень твердая хрустинка, значит, пересыхает, и это слишком высокий контраст между сильно хрустящей корочкой и нежной мякотью. Здесь есть мера хруста определенная. Нежная мякоть, такая сочная, сливочная, крабово-креветочная,
Еще сливочный соус такой шикарный. Да, звук-то слышно. На самом деле очень круто, если есть их прям из фритюра пожарили и сразу кушаем. Угу. Это максимальное удовольствие. Но это только на кухне можно делать. Там у повара кто жарит. Я просто у Эммануэля Рено, он был на стажировке во Франции, и он, я тоже удивился, у них на мисбюш идут вот такие пончики, может быть, наверное, но один, веточки елки, и на веточках елки лежит такой румяный, ну, я имею в виду без красителя, без ничего, без какого-либо красителя, а просто вот цвет теста зажаренного. И когда я уже всю стажировку прошел 10 дней, и в конце шеф говорит: команда, Василий завтра сваливает домой. Все жарим пончики ему. Нет, надо сделать дегустейшн нашего меню. Я сел на кухне, прямо у него есть шефское место. Такое очень похоже на купе. Здесь полка. Стол вот такой, как в купе. Из стены. Да, да. Здесь полка, и здесь полка. Вот от спинки до потолка он собирает гиды Мишлен. И у него с самого первого гида есть практически, он говорит, типа 87% всех упоминания. Да. Как шефы к нему приходили? Нет. Все гиды Мишлен. С 42-го года или с 3-го, когда они появились. Каждый год Франция есть. Потом он стал другими странами. То есть старые гиды находят какие-то. Угу. Например, Италию в каком-то году открыли для Мишлен. И вот у него есть гид. Первый гид итальянского Мишлена, Мишлена и так далее, и разные немецкие, сестра, и так далее. Да, он собирает. Уникальная коллекция. У меня была 21 подача, наверное. Все по минималке. В качестве гостя ты ел? Да, ну на кухне, вот на шефском кухне. Месте. Да. Просто каждый департамент мне приносил вот все блюда практически, которые они готовят. То есть был длиннющий сет из всего меню. Я еле дожил. Короче, они делают так. Варят бешамель на копченых сливках. Густоватый. Формы в силиконовую заливают, в шок. На заказ достали, бросают его в фритюр и все. А, ты жарен бешамель, по сути, да. В оболочке из скляра какого-то, да? Из-за того, что он замороженный, серединка оттаивает позже. А за это время... не обваляв ни в чем, просто жарен сам бешамель. Да. Вот этот шарик, он же силиконка шариковая. Да. И он состоит весь из муки, получается. Все приготовленное, вкуса муки нету. И у тебя получается чистый пончик. Супер, нужно взять со на заметку. Со вкусом, да, копченого. И так, такой ждешь там начинки, еще чего-то, по сути... А разгоняет рецепторы? По сути, это же такой жирный жир. Да, это прям настоящий пончик. Но копчушка, она как-то же сдвигает мозг твой, что ли. Ты такой типа, ну, кусок жареного хлеба, такой раз его откусываешь, а внутренности текучие. Бешамель, он не прожарился, его надо жарить как бы на высокой температуре и быстро, чтобы он только-только оттаял. Положил, и он у тебя вытекает. И это все копченое. И у тебя хрустящее, текучее и копченое еще в голове. Ты ешь такой, думаешь, вау. Ну, то есть, вроде бы, ты не думаешь о том, что он должен разжечь аппетит. Ты его просто ешь, чуть-чуть удивляешься. Типа, и я прям спросил, говорю, из чего вы его сделали? Они говорят, бешамель просто. Так ты же у нас стажировки у них. Они тебе не рассказали рецепт изначально? Нет. Дали потом попробовать его? Да. Потому что мисбюшем я не занимался. И они меня заставили чистить картошку первый день. Делали они это неправильно, я злился. Как научил чистить картошку правильно? Они не хотят учиться, как правильно. Они французы, они знают, что как будто бы. Шеф сказал так, и я буду делать так. С французом поспорить невозможно. Он в любом случае скажет, что его кухня самая лучшая, и он делает всегда правильно. Да. Согласен с тобой. Так, давай. Там что-то у нас уже... Погнали. Ребят принесли. Это наше следующее блюдо, горячая закуска. Это гребешок, обжаренный гребешок с кремом из ванили, с топинамбуром. Топинамбур мы просто варим в вакууме, потом пробиваем его, добавляя стручки ванили, стручковую ваниль. И сверху лисички маленькие, собранные в июне. Мы делаем заготовку специально, когда идет сезон маленьких лисичек. И проваренные в соусе из сыворотки и ряженки. Ряженка дает кислый эффект, ваниль с топинамбуром сладкий эффект. И гребешок, он такой сладкий, сливочный, немножечко горчинка в нем присутствует. И кислая, сладкая, горькая, соленая, мне кажется, сочетается очень хорошо в этом блюде. Ряженку мы варим самостоятельно путем длительного
томление в термостате на 38 градусах. Сначала мы прокарамелизовали. Мы чуть-чуть добавляем в нее сахар, если честно сказать. Сахар, молоко, закваска. И она бродит 38 градусов у нас в течение 6-8 часов. В зависимости от того, насколько нам нужно более кислый вкус, либо сливочный. Это 8-часовая ряженка. Она более кислая получается. Потом мы сцеживаем, делаем из нее творог. Сцеживаем лишнюю жидкость. Сыворотку мы используем на соуса. Разные, там, рыбные, мясные. А концентрированную ряженку мы делаем из нее и муссы, и десерты, и, соответственно, добавляем в такой вот соус для лисичек. Не каждый, я думаю, использует ряженку в таких целях. Не каждый попробует такое блюдо, а только те, кто придут в этот ресторан. Очень нестандартное сочетание. Оно, в принципе, по белку, значит, там, под гарнировки и всему этому стандартное, но вкус... Кто был в ресторанах, кто уже посмотрел там часть моих роликов и кто побывал в ресторанах, у нас есть подписчики, которые строят маршрут, в город приезжают и по этим ресторанам идут, которые посмотрели. Значит, не надо слова бояться экспериментальный или нестандартный или еще что-то. Это не жареная картошка, далеко. Я был всегда до этого момента противником ванили в несладких блюдах. Потому что мне всегда попадались ванильные нотки, которые, мне казалось, они там жутко мешают. У топинамбура, кто знает топинамбур, кто был в ресторанах, там, где готовят топинамбур, знает, что у него есть своеобразный такой привкус. Вот его не спутать ни с чем. У сельдерея, у картошки, у топинамбура, у каждого овоща есть свой вкус, у корнеплода. Корнеплода, и да. Вот, на мой взгляд, к топинамбуру идеально подходит ваниль. Они близкие, близкие, парные, я бы сказал. Как это вот люди, ну, придумывают? Откуда ты вот взял, что вот он близкий и вот он парный? Ты знаешь, мне очень нравятся ванильно-содержащие продукты. Это орехи макадами, бобы тонко и ваниль, соответственно. У нас был десерт как-то, мороженое. Там мы делали то ли из батата, то ли из топинамбура с добавлением бобов тонко или как-то так. И мы решили попробовать просто, как сочетается гребешок, в принципе, с ванилью. Потому что я люблю ваниль, но если ее много, да, она начнет горчить, она интенсивит. Мне нравятся орехи макадами. То есть гребешок с орехами макадами тоже классно работает. А если работать с орехами макадами, мы решили подать с ванилью. И сделали ваниль с топинамбуром и вот, вот таким вот самым способом. Ну, я вообще, в принципе, фанат ряженки, потому что ряженка – это все. Это прям вот могу ее ложками есть, ложками, реально. И вот эти все самые любимые вкусы, нотки я решил объединить в этом блюде, потому что, так как я ем, в принципе, я не могу анонсировать, что ешьте так же, да, но я могу свои вкусовые предпочтения как-то передавать через блюдо посредством каких-то проб. И наши гости пробуют это блюдо, и они говорят, да, реально, нам это нравится, это очень классное сочетание и необычное. Действительно, это вот когда мы говорим про экспириенс, вы идете в ресторан ведь для того, чтобы... Вот Валера сейчас говорит ряженка, но если бы вы не посмотрели этот ролик, то вы бы и не догадались, что это ряженка. То есть если бы здесь была ряженка в очевидном смысле, тогда все такие, ну грибы, ряженка, да, все понятно, не остаются загадки. А ведь в ресторан для того и ходят. Безусловно, мы готовим, даже я у себя на основном канале готовлю простые штуки. И люди мне говорят, давай ресторанных блюд, мы начинаем готовить ресторанные, и их очень мало смотрят, потому что они непонятные простому человеку. И мы сделали второй канал для того, чтобы вы понимали, что ресторанная кухня, это вот не тяп-ляп ты сделал. То есть здесь надо поработать над ряженкой, чтобы она не имела явного вкуса ряженки, но свои основные характеристики были перенесены на блюдо, потому что тогда ты понимаешь, что суть-то в чем? Грибы и сливки. Все любят грибы, жареные, с добавлением чуть-чуть сливок, подтянутые. Ряженка же ведь это тоже молочный продукт. Но только сливки, они сладкие, а ряженка, она кисловатая. То есть она, как бы, кисловатые рецепторы. Лимон мы что делаем? Едим, и у нас слюна брызжет аж. А сливки едим, у нас слюна не брызжет. Мы получаем просто удовольствие, как от мороженого, от чего-то такого. То есть рецепторы сладкие, они более, как бы сказать, такие спокойные. А кислые, поэтому кислые грибы, кислота, сладость в топинамбуре, сладость в сливках, которые в пюре топинамбура и ванили, они создают другое несладкое мороженое. Как бы вот ваниль все-таки меня в сторону мороженого отводит. И гребешок.
ты понимаешь, вот этот белок, за которым ты пришел, он солирует в этом блюде, а все остальное ему подыгрывает. Вот этот оркестр в виде, то есть гребешок один, тремя кусками такими, типа он, я вот он. И мелкие грибочки. Маленькие грибочки. Такие скрипочки. Тут и помогают. Маленькие грибочки как раз-таки в этом блюде дает некую такую хрусткость. Да, хрусткость, воздушность. Потому что гребешок, ну, он более-менее такой текстурный, но он мягкий. Ванильное пюре, оно тоже сливочное, кремовое. Нежное прям, и как раз-таки хрусткость дают грибы. Такие, которые взрываются, как бабл-ти. Да, наверное, вот эти чаи с воздушными, с тапиоковыми шариками. Что-то вроде этого. Крутая идея делать маленькие порции. Я на будущее буду ребят просить, чтобы они делали маленькие. Она все съедается. И шефа не обидит, что все съел. И наелся. И люди видят, что это вкусно и что это действительно с аппетитом. Спасибо. Вот в этом варианте соус льется в тарелку прям. Соус выливается в тарелку, да. Так, давайте буду рассказывать про это блюдо. Любовь к пасте, любовь к равиоли и к тесту у меня пришла... из итальянского ресторана под названием «Сыр». Ресторан «Сыр», в который я пришел в 2011 году учиться у маэстро Мирко Дзаго. Вот. И, соответственно, там было много пасты. Я работал на станции паста у Мирко. И с тестом я работаю, как говорится, на «ты», именно на пасте. Потому что я долгое время, 2 года, лепил макароны, лепил равиоли. И это любовь оттуда. Это свекольные равиоли. Свекольные равиоли делают путем заваривания свекольного фреша с тестом, с мукой, вернее, и с желтками яичными, соответственно. Потом отвариваются эти равиоли, они с крабом, отвариваются в свекольном фреше с добавлением красновинного уксуса. Сверху как раз-таки отсылка к любимому югу, к любимому району Сочи. Черные лисички, которые собраны были в сентябре, в октябре и в ноябре. Это прошлого года. Они высушены. Сушеные грибы. Мы дальше их распускаем в соусе из черного перца и немножечко поливаем их таким бульончиком. Это соус на основе кокосового молока и лаймового фреша. То есть, по сути, рыбные равиоли с кокосом и черными лисичками. Черные лисички в черном перце. Что, ты хорошо размачиваешь эти лисички, они мягенькие? Они размачиваются простым способом. Мы оставляем просто на ночь в обычной холодной воде, не в горячей, никак не запариваем. Потом тщательно их промываем и далее бережно готовим в грибном бульоне с добавлением черного перца. И все, сохранить вкус максимальных грибов. И вот эта вот хрусткость как раз-таки нужна, как напоминающая пасту. То есть, когда вы едите пасту, когда ты ешь пасту, она должна быть альденте, хрустеть на зубах. Поэтому эти грибы напоминают нам какие-то фетучини, паппардели. То есть паста с пастой. Получится паста как в виде равиоли и паста в виде грибов. С текстурой. Угу. По текстуре похоже. Да. Спасибо, Мирко, что научил меня готовить вкусные макароны. Мирко. Тебе большой привет. Может быть, немного соуса побольше? Давай. Очень яркое. А что тут ярко-сладкое, ярко-кислое? Ярко-сладкое – это свекольный фреш как раз-таки вываренный, а ярко-кислое – это соус. Вот тут свекольный фреш. С свекольным фрешем они варятся, чтобы они стали яркими, красивыми, глянцевыми равиоли. Соответственно, в соусе острота. Острота. Чили. Молоко кокосовое, лаймовый фреш и лимонграсс, скорее всего, да? Красное вот это что? Красное – это фреш от свеклы. Нет. Нет? Лисички, которые глазированы в грибном крепком бульоне с черным перцем. Они глазируются как отдельный продукт. То есть мы… А том-ям, паста. Это вот соус. А, в соусе он соусе, находится. Да. Мы делаем… Ну все, соус, получается, с лисичек что-то стекло грибной. Концентрат с перечным соусом. Перечным соусом, да, грибной концентрат. Лисички острые получается? Или соус острый? Остринка где есть? Остринка в соусе. Попробуй отдельный соус. Можно попробовать отдельный соус. Опять-таки мы делаем, видишь, сладкий, кислый, горький, соленый. Островатый? Нет. Значит, ну, в смысле, он хорошенько греет, да. Но не жжет. Значит, жгут с черным перцем лисички, да. Но это тоже немножечко пикантно. Но здесь пряность, жгут... У чили же плоская острота, а у черного перца, если ты его выжариваешь, там вывариваешь, у него получается пряная острота. Да. И все вместе складывается в хорошую такую вкусовую гамму. Ну, так согревает.
Да, получается такое... рыбные равиоли с черными лисичками и соусом из кокоса. Так, сейчас раскушу. Там рыба, краб, морепродукты. Показать, что внутри пельмешка. А когда кипятишь, ты говоришь, тесто завариваешь фрешем. Да, то есть ты фреш до кипения доводишь. Фреш мы увариваем вдвое, дабы дать ему интенсивный свекольный тоже вкус и цвет. Потом завариваем просто муку и яйца. Заливаем это горячим. Не теряется цвет? Не теряется цвет. Горячим запариваем, замешиваем это тесто, как заварное тесто на пирожное шу, на все вот эти дела. И далее просто мы охлаждаем тесто в вакууме, стабилизируем буквально там час, но лучше, конечно, ночь. И потом дальше раскатывается тесто, как обычно на равиоле, и все. Это уникальное тесто. Ну, чем оно уникально для меня? Тем, что оно, когда ты раскатаешь его, ты можешь делать из него спагетти, любые виды пасты, она будет эластичная, как азиатская лапша. Угу. И оно очень покладистое для лепки. То есть это... дает эффект вот заваривания, да. Эластичности. Вот немного этой. Крахмала еще есть. Угу. Немного крахмала и путем заваривания. И он получается эластичным. Что касается этого блюда. Лисички хорошо размочены. Почему я тебе задал этот вопрос или сделал эту ремарку? Несколько раз я у ребят пробовал в ресторанах. Они их не домачивают, и они как бумага. Ну, как картон. Они живабельные, но ощущение, я поэтому... Грибочки Мойер, которые китайские в этих коробочках, вот такие спрессованные, ты когда их в кипяток бросаешь, они начинают разворачиваться. Понимаешь, о чем я говорю? Да, да, вот. Да, конечно. Я их варю, а не вымачиваю. Потому что мне вымачивания не хватает. Вода успевает остыть. Прошло час, берешь эти грибы, а они вот как были, как бумага, как картонка какая-то, так и остаются. Они вроде эластичные, а на зубах неприятно, поэтому я их довариваю. Я поэтому и обратил на это внимание, потому что вот к сушеным грибам я отношусь именно, мне хочется и мне нравится, когда они мягкие, ну, к своей первоначальной структуре. А если чуть-чуть не доходишь до первоначальной структуры, тогда кажется, что гриб из другой оперы, он какой-то, ну, не живой, что ли, или как бы не органолептичный, там, в любом блюде, причем совершенно в любом. Так же, как бывает, эти самые нашинкуют, шляпки не режут от белых грибов, а прям целиком кусками такими оставляют. И бывает, вот как попало, вымочили чуть-чуть, в серединке еще и в сливочный соус как добавляют. Воды-то нету, там же жир один. Угу. Он не допитывается влагой. И он получается сверху, он вроде влажный, начинаешь его жевать, а там в серединке как альденте такой. Да. И неприятно. Тут мягкий очень гриб, который действительно один к одному по текстуре напоминает тесто равиоли, которое ты... раскусываешь, и он такой же по мягкости, они очень-очень похожи по своей структуре. И мега яркий соус. Здесь лайм, кокос вот этот ореховый, сливки, все жирное, с яркой кислинкой, невинной, потому что тот соус, который был пончиком, я еще пончиком спросил, был винный, да, про винный, а это там, на лайме как раз таки. А здесь на лайме, да, вот эта лаймовая кислота, лаймовая пряность, лемонграсс, не знаю, есть там, нет, или это... Седролайма дает. Седролайма скорее, да. Такую пряность необычную. И острота, которая вот вроде бы ешь, если бы это блюдо было первое на чистые рецепторы, я бы немножко удивился типа такой остроте. Но когда ты уже ешь это третьим, четвертым, ты эту остроту, у тебя рецепторы уже успокоились, и ты эту остроту не воспринимаешь как вспышку. И она не такая, она не как бы не огонь, как зажигалку подожгли. Туда начинает разжевывать, и она у тебя покрывает мягко вот своим теплом, что, мне кажется, даже у меня была ассоциация, что если бы были открыты окна и было бы в ресторане зябко, например, то вот это блюдо, оно что ли осеннее какое-то, да. Оно в сезон, туда оно согревает тебя таким такой своей остротой. Ну, в общем, очень интересно. Ну и по цветовой гамме, красное, черное. Светлое, зеленое, вот здесь оттенки, все это видно, такое думаешь. Ты, кстати, обрати внимание, что много черного. А черный мой любимый цвет вообще, в принципе, да. Не договаривались. У нас с тобой стилёк, да. Да. Валера тоже. Урбан стайл, да. И это максимально черный цвет, поэтому в черные пончики были, черные лисички, соус черный перец. То есть эти моменты прослеживаются также и в наших блюдах. Мы очень любим черный цвет. И далее у нас будет блюдо, которое будет тоже черное, о котором мы расскажем чуть-чуть попозже. Это уже будет десерт. Очень вкусное блюдо. Спасибо. И оно, ну вот, все блюда у Валеры, они какие-то
Я, например, не могу поймать твой стиль, вот хотя сколько раз ем на твой, и на мастер-классе, и в ресторане, и так далее. Но нашел характерную особенность, которая отличает. У тебя много сливок, это очень вкусно, но в этих сливках каждый раз, мне кажется, что если, например, взять вот из разных блюд сливочный соус в трех емкостях, то визуально будет казаться, что это похожие соусы. Но когда вы начнете их пробовать, они будут просто, вот, не знаю, один сверху, один снизу, а третий сбоку. Ну, то есть это вот даже не пересекающиеся линии вот этих всех соусов. Я не знаю, как-то у тебя все вроде с фасоли все очень хорошо, вроде по кислоте все хорошо, но баланс вкуса очень яркий. Вот, я не знаю, как... Очень яркий, как казахи говорят. Очень яркий. Да. Короче, очень вкусно. Вот когда вы приходите в ресторан, едите что-то и говорите «Вау!», ну вот удивляетесь от того, что у вас и кислые, и сладкие, и соленые рецепторы, они все в балансе, у вас максимально насыщенный вкус, ты чувствуешь вкус мяса, ты вкус, чувствуешь вкус гребешка, ты чувствуешь вкус специй, пряностей, добавок вкусовых, кислоты, все вместе, цедры этого, острота даже, вот она какая-то вроде бы острая, а вроде бы тебя не напрягает, вроде согревает. Короче, она какая-то яркая такая, вот как, не знаю, как роза, такой вкус. Плотный стебель, основательный, в еде. И бордовая роза, вот ее все любят. Унаги сом, соус унаги сделан из индийских фиников тамаринд с добавлением солода, ячменного, немножко сахара, соответственно, соевого соуса нами приготовленного. И вот эта глазурь, которая сверху, мы ее просто обжариваем в этой глазури и сверху мажем нашего сама. В качестве гарнира мы даем простые жареные помидоры с кимчи и кинзой. Сверху белые точки в виде крема, это крем из домашней феты. Мы делали фету, часть закоптили, часть засолили, просто пробили блендером и поддали под копченую фету в виде крема. Поэтому он такой малокопченый, но интенсивность с него чувствуется. Поэтому копоть, как в виде угря, мы дали в виде феты. Поэтому наши привычные вкусовые рецепторы на унаги мы передали на сом в виде этого блюда. Сом с томатами кимчи и кремом из копченой феты. По текстуре видите сом. Сверху унаги из индийских фиников. Ни разу не слышал, чтобы их индийскими финиками называли, но название хорошее. Ну, бобы, финики, как называют. Бобы же, как бобы такие растут, да? Кто-то называет... Тоже все такая хрень. Да, такая хрень. И просто, там которая... внутри плоды. Как, кстати, делается из них паста? Это просто берется мякоть этих бобов, замачивается в кипятке. Дальше протирается через сито, получается вот эта паста, которая становится густой, волокнистой. Мы ее дальше пробиваем в термомиксере до такой ровной гомогенной массы. И вот эту массу мы варим уже в соус унаги. Ну, как по вкусу? По вкусу очень похоже. Но у тебя он такой больше в кисло-сладкую сторону из-за тамаринда. Поэтому в целом идея как бы классная. Не надо их сравнивать с этим самым, с угрем. У угря же вкус другой, все другое. Да, конечно. Здесь технология, да, похожа на манеру угря, да, но это... Сом на манеру угря. Другое вкусное, хорошее блюдо. И томаты очень классная тема. То есть ничего такого особенного, а просто вкусно. И это, кстати, вот мой личный рекомендейшн. Ребята всегда спрашивают, типа, у вас в столицах... Хотя у вас тоже так все столицы по томатам, я имею в виду. Она нифига не томатная столица у вас. Но мы же с юга, мы любим томаты, да. Мы любим сама. Ребята, вот... шефы и просто рядовые повара очень хорошо смотрят канал. Получилось так, что куда ни приеду, мне все такие, типа, Василий, мы смотрим канал. Ну вот на кухнях прям ребята все смотрят канал, потому что канал дает возможность пообщаться с шефом. И вот эти вот нюансы какие-то, народ, конечно, цепляет, это очень важно. Распространение там своей идеологии или своих мыслей. Кто-то смотрит, идея возникла, он при просмотре ролика. Многие переживают, что нет томатов нормальных. Я тоже иногда бывает, когда в регионах, я всегда говорю, тогда начинайте с ними работать, если вы не имеете томатов, как мы в Москве. Конечно, мы там что, жируем. В Москве у нас... У вас там узбекские, какие хочешь, розовые. Давай, кстати, расскажем, как, ну, вообще шефам, да, наверное, кто готовится с томатами, и есть у кого проблема с ним, не знаю, с качественным продуктом,
как улучшить вкус его. Соответственно, бланшируем томат, очищаем его от кожицы. В том случае, если вы уже готовите его, если вы жарите для пасты, либо как качественный гарнир, либо просто в салат, условно говоря, вы бланшируете просто томат, очищаете от кожицы. Далее, если вы его жарите, его нужно присыпать просто солью и сахаром сразу. Нагреваем сковородку на оливковом масле, либо на сливочном, на чем угодно вы готовите. Обжариваем помидоры с сахаром для того, чтобы образовалась такая золотистая сладкая корочка. Кусками? Прям крупный кусок, да, да. Ну вот в данном случае мы делали таким образом, потому что бывает нестабильный томат, бывает очень вкусный, бывает стабильно невкусный. Вот, и мы, собственно, используем вот эти рычаги и инструменты воздействия на сочность его, на сладость. Его присыпаем немножко сахаром, солью, обжариваем до румяной корочки, с образованием корочки, и все прекрасно у него, замечательно здесь. Также можно добавить туда базилика, либо, если это азиатское блюдо, можно добавить устричный соус, либо соевый соус, уваренный сильно, либо в качестве глейза может использоваться глюкоза, господи, забыл, как называется, глюкоза. Глюкоза. Глюкоза, да, либо сладкий чили, который... Инвертный сахар, ты Инвертный видишь? Сахар, угу. Да, можно инвертный сахар, можно глюкоза, да. И все. И будет вам счастье с томатами. А здесь у себя чуть кимчи ты добавляешь. Кимчи мы варим глазурь на основе кимчи с добавлением фиш-соуса. И это все дело усаживаем. И вот этот вот глейз, который... Угу. Получается таким с рыбным. Чуть-чуть в томаты и обжариваем их, и все. Потому что он достаточно соленый, достаточно сладкий, яркий. Кислинка есть томатная сама по себе. И какие-то еще вот некие вот эти вкусовые добавки, которые умами создают. Ну, рыбный фиш-соус, ты сказал, что... Фиш-соус, ну, умамный, да, потому что рыбное блюдо. Так как это будет издевательством, наверное, жарить помидоры за 850 рублей, мы, конечно, используем дорогие, да, томаты, которые используются в холодные блюда, но в горячую секцию мы запускаем более подешевле дешевые. Томаты, да, потому что их используют много, и усиливаем вкусом своими соусами, которые варим на нашей базе. У нас антре. Это сухой лед? Нет, это мусс из кокоса. Ё-моё. А я думал, ты сыпишь сухой лед, и сейчас думаешь, добавишь водички, и все начнет дымить. Нет, оно все, уже дымится, все можно оно есть, уже, да. Все съедобно. Ну, азотная история. Азот, да, азот, но мы его по минималке используем. Если раньше использовали азот в качестве такого, наверное, шоу, то сейчас в данном вопросе нам азот больше нужен, чтобы если вдруг отсекает сорбет или мороженое, спасаем азотом, и мы быстро начинаем его бомбить, и все исправляется прекрасно. Ну, в данном случае мы просто делаем снег, нам удобно, потому что через азот, чтобы он не таял, потому что у нас два этажа, и сложная транспортировка блюда. И не каждому дойдет мусс в виде снега. Мы делали изначально граниту, снег просто из сифона замораживали и все. Но впоследствии столкнулись с такой проблемой, что он тает, дойдя до гостя. Поэтому используем азот, чтобы вот этот в виде снега устрица на льду, как на снегу, дошла до гостя в прекрасном виде. Антре в виде лайма, сорбета из лайма и юдзу. Пена юдзу, сорбет сделан на основе йогурта домашнего приготовления. Также йогурт мы варим, как ряженку, йогурт мы все делаем сами. И подаем сорбе с юдзу, йогуртом и лаймом. Сверху пена из юдзу. Освежаем наши рецепторы просто и подготавливаем их к вкусным десертам, к двум. Один будет менее плотный, и второй такой плотный, и потом замечательно все у тебя, будет тебе счастье, как ты говоришь всегда. А и пенка такая замерзла от холодного... сорбета. Такой, а вот когда как раз таки вот так. Ну конечно, это холодно, это логично все. Кислый, сладкий, растекающийся. Ну и юдзу, конечно, если вы где-то в ресторане что-то слышите, читаете, что есть юдзу, какая-то история, обязательно берите, потому что он неспроста зашел так глубоко в души и сердца шеф-поваров. Вот эти вот умные слова юдзу, каламанси. Ой, каламанси, я тоже обожаю. Простой обыватель не совсем понимает. Цитрусовые, все цитрусовые. Просто у лайма довольно парфюмерный. Вообще у всех цитрусовых яркий парфюмерный вкус. Не вкус, а аромат. Послевкусие. А у юдзы он какой-то фантастический. Как будто космический. Я юдзу тоже вот обожаю.
Как раз таки в зоне Азии мы используем вот этот гибридный фрукт, и каламанси, и юдзу. У нас есть и десерты с ним, и заправки для салатов. Очень классно мы с ним работаем. Каламанси тоже... Но он более горький, мне не сильно он нравится, он не совсем универсальный, скажем так. Если юдзу универсальный, то да. Этот прям узконаправленно должно сработать где-то с шоколадом, например, либо с кофе он может классно там взаимодействовать, миндаль зайдет, наверное, к нему, что-то такое. Вот, поэтому юдзу больше универсальнее, сказал бы я, чем каламанси. Так, кстати, черная жемчужина. Мы наверняка же все знаем, что черный жемчуг самый дорогой в мире. Мы умеем отличать натуральный жемчуг от ненатурального. Если он скрипит на зубах, то это натуральный жемчуг. Да. Если не скрипит, он как, не знаю, как пластика кусок, то это искусственный жемчуг. Да. Есть речной и морской. У нас морской, натуральный. Поэтому вот тебе черная жемчужина. Вот она, да? Ванильный ганаш в виде черной жемчужины. Точнее, ванильная сфера, а внутри ванильный йогуртовый мусс и как раз-таки цитрусовый, в теме про цитрусовый, это помело, да? Помело, да, розовый помело, вот. Розовый помело. Наверное, мы сильно заморозили, хотя нет, нормально, да, просто много азота, да, бабахнули. Ага. Все ломается, разрушается и кушается. Ну да, в форме устрицы, прикольно так. Рыбный ресторан, и вот идея пришла, йогуртовую такую историю сделать. Мы думали, из чего, долго ломали голову, из шоколада пробовали, там, из других каких-то продуктов, чего только не пробовали. Она то форму не держит, то развалится, потому что довольно-таки сложно приготовить две раковины, и чтобы они были не ломкие. И надо было какой-то создать эффект, как ее есть, потому что если зальешь много туда масла какао, либо много шоколада, будет... И такая слишком жесткая текстура. А нам нужно было что-то мягкое. Поэтому взяли, сделали йогуртовую основу и вот помыло. Как раз таки вот наше следующее блюдо. Завершаем мы с тобой ужин, наш сет. Это черный угольный сметанник с фундуком и мороженое из карамелизированного молока. Соответственно, мороженое в виде поры, в виде губки. Как раз таки я вспомнил, что ты мне рассказывал о том, как ты проходил стажировку во Франции и тер губкой картошку, очищал ее каким-то уникальным методом. Вот тебе уникальный метод, просто губка из мороженого, из мороженого с карамелизированным молоком и просто три картошку, будет тебе счастье. А история с углем когда-то, как-то раз... Это мороженое. Мороженое. Это мороженое, да. Из карамелизированного молока. Фундучный сметанник у нас в виде угля. История про фундучный сметанник. Я один раз пробегал, когда и нас повар разжигал мангал. И высыпал как-то красивые такие угли, реально красивые. Я просто пробегаю, смотрю, какие они красивые. Схватил один уголь и говорю, что с ним делать? Он говорит, просто растопить, разжечь. Я говорю, нет, давай сделаем что-то уникальное, какой-то красивый десерт, что-то вроде съедобного. Он говорит, как это сделать? Ну вот нам и думали, и в итоге пришли к такому, что один уголь должен быть, а другой как в виде губки. Все. Угольный сметанник. Вдохновившись южным мангалом, мы приготовили угольный сметанник. Вот. Тоже вот вкус у этого классный. Воздушный, ну, поезд и быстро, да, тает. Ну, то есть, грубо говоря, вот такой куб будет весить там 150-200 грамм. Вот, так, вот такенный просто куб. А, да, он быстро тает и хлопотный немножечко, но как бы нет чуда без экспериментов. И вкус хороший, не сильно сладкий, не сильно приторный. С кислинкой прям вообще, то, что доктор прописал. Да. Ну, конечно, определить, что это мороженое, с первого взгляда невозможно. Пока оно не начнет подтаивать, вот как выдавать себя уголочка, со, да, всех сторон, да. Вот тает, быстрее и быстрее едим. Да, и опять-таки отсылка к черному, видишь, да? Мы с тобой урбан стиль и черный уголь на черной доске, за черным столом, все классно. Стелек, вот внутри у нас жидкий центр, фундучный жидкий центр, сметанный мусс, сверху глазурь мы через велюр делаем, а форму заливаем в угольный, через уголь. Уголь берем, понятно, делаем слепок и от этого слепка уже работаем. А что хрустит? Это хрустящий слой, жареный шоколад, жареный белый шоколад, фундук и крамбл. Мы делаем внизу хрустящий слой, потому что если бы все было мягко, было бы скучно, поэтому даем немножко хрустящего слоя, чтобы ваши рецепторы с текстурантом, слой, да, и с текстурантами поработать немножко, фундук и шоколад.
опять сметане, который почему-то вкуснее, чем все остальные. Вот. Он немножко другой. Он не классическое представление сметанника, да, как мы его все знаем. Сметанник можно заказать в кондитерской, поесть дома, дома приготовить. А вот заморочиться так немножко, я думаю, дома никто не будет. Замороченный поэтому, сметанник, да. Поэтому приходите к нам, есть замороченный сметанник, и будет всем добро. Да, конечно, слушай, но, скажем, главная цель удивиться, она вот достигнута. Сейчас его замечательно едят, это в топе продаж, он, честно скажу, инстаграмный, угу. В виде устрицы. Как раз отлично вяжется к нашей концепции рыбной, потому что рыба и морепродукты. Но мы сегодня с тобой попробовали все блюда практически из рыбы и морепродуктов, да? Одно только было это оленина, но потому что отсылка к северу, мы не могли просто только юг, еще раз юг. Мы же на севере находимся, да. Поэтому в этой связи мы fucking Nordic. Мы готовим абсолютно всю еду в формате, в нордическом стиле, потому что стиль минимализм и с техниками нордика, да, с южным гостеприимством, с нашими отсылками к родине, с нашими некоторыми продуктами с юга и с атмосферой добра, любви и компанейским трудом. Вся наша банда, вся едина. Очень необычный сметанник, он, как я уже сказал, в несколько раз вкуснее обычного магазинного или домашнего, потому что здесь, конечно, заморочено все. Хрустяшка есть, молочная составляющая есть, карамельная составляющая есть, велюр нежная и похрустывает. Вот это мороженое, конечно, мне, например, очень понравилось, потому что ничего похожего я давно не ел. Яркий кислый вкус, сладкий вкус, но этот кисломолочный вкус. Очень правильный и очень вкусный, подходящий как раз вот, наверное, может быть, под северную тематику. Мне бы, я думаю, что вот мне вот в Нордик вот эта штука вот. Если бы ты принес ее целиком мне, например, на тарелке и без ничего, я бы сразу такой даже не спрашивал, подумал бы, Нордик. Вкусный, молочный, вот этот вот такой классный кисловатый привкус. Ничего лишнего. Текстура забавная. Ты ешь такой, думаешь... Понимаешь? Вау-вау. Да, ты понимаешь, если бы мы бы топили бы чисто за Нордик, это нужно было прям Нордик, там вкусы вот эти вот все, там ягель, который ты видел у нас в холодильнике, наверное, был бы уместен здесь в качестве мороженого, и ягель там сверху, либо какой-то хвойный гель, там хвойные ароматы тоже присутствовали бы, ну прям Нордик, да, там шишки всякие и все прочее. А мы такое, за прикольную, классную атмосферу. То есть мы добавляем немного Нордика, у нас не выбрасывается ни один продукт. То есть мы все продукты перерабатываем. То в соуса, то в крема, то в какие-то пудры, то в какую-то заву. То есть нет плохого продукта, есть плохо приготовленный продукт. И нет продукта, который не пошел бы в использование. То есть все может переработать. Сожгли масло, переработаем. Сожгли рис, условно говоря, да, там разварили, можно переработать. Мы там делаем из него муссы. Испортился угорь, ну, в плане обрезки какие-то, есть часть обрезки, которые не ликвидные. Мисопаста из угря, не знаю, мусс из угря. То есть куча всяких экспериментов, которые мы делаем на нашей кухне, и они прикольно работают. И я считаю, что должно быть так. Я считаю, что должно быть так, потому что нельзя ничего выкидывать. Я очень рад, что тренд, так сказать, zero waste начинает помаленьку распространяться. И, значит, у многих уже, мы рассказали об этом и продолжаем рассказывать, шефы, в смысле, и я, мы, всегда двое или трое человек в кадре. И мы помаленечку, шаг за шагом стараемся донести до индустрии, что Zero Waste – это очень полезная штука. И не только полезная с точки зрения не выкинул, да, снижение себестоимости, а полезная для развития мозгов, когда нужно придумать что-то такое забавное. Потом это все нужно уложить в тарелочку, добавить и отдать гостю. Гость оценит с удовольствием, потому что несколько текстур одного и того же. Как говорит правильно Валера, если вдруг остались обрезки, ты можешь добавить просто другую текстуру сделать. И в итоге мы когда-нибудь, глядишь, и лет через 100, мы получим Zero Waste в полном своем проявлении. У нас в России. Иногда работа ради работы – это круто. Да. Ну, это так и происходит. Работа ради работы.
Потому что если мы каждый божий день хоть на 1% делаем себя лучше, работаем над собой, систематизируем себя, тогда вся вселенная вокруг нас начинает систематизироваться. Рестораны превращаются в правильные, а не так, что, блин, что сегодня, куда бежать? Так, этот что-то уронил, здесь пролил, здесь стухло. Ё-моё, вот каждый шаг нашей жизни, он показывает нам, в каком мы коробочке находимся. И если вдруг у вас в голове бедлам, то нужно хоть разочек остановиться, подумать, начертить план, построить, обратиться к своему рациональному мышлению, не забивать. Где-то я был в каком-то ресторане. Из парика достают гастрик с булочками, которые потом пойдут к супу. Mm-hmm. Просто обычная пышечка, не знаю. Это можно было разрезать, смазать чесноком, поставить в духовку. Это была бы помпушка с маслом, но это были просто какой-то вот хлеб. Сами выпекали, не заморозка, ничего. И то есть человек раз ставит ее, как-то небрежно так на стол поворачивается, и берет второй и ставит рядышком. И вот один противень, другой раз, тот что-то качнулся, и с края булочка такая тынк упала на пол. Он ее берет, обратно кладет такой, и берет, идет за третьим. Я ему такой: братан, найди применение двум, чтобы идти за третьим. Типа, ты просто взял, уронил на пол, поднял и положил на противень, ты офигел. Я бы сейчас ее убрал, в любом случае, как бы это я положил, чтобы она не... То есть ты вот, ну, мог бы на стол положить, это в карман уже, положить, уже вот, но ты положил вот на противень. И это ты уже... мне теперь не говори, что ты думал, что ее хотел убрать. То есть, ну, типа, вот так бывает. И им пофигу, вот некоторым, есть люди такие, им прям пофиг. Я всегда говорю про то, что шеф, обращайте внимание на своих сотрудников. Если вы хоть раз заметили, что ему пофиг, то это значит, что человек уставший, и надо либо ему дать отдохнуть, либо поговорить с ним, решить, что и как, либо надо его от него, ну, его от другое место отправить с Богом. Потому что если он сегодня забил, как он завтра забьет и как это потом перевернется, да, там, не дай бог, человек отравится, не дай бог, нагрузка будет на ресторан, а если это будет какой-нибудь, не знаю, там, олигарх, как начинает травить этими юристами и так далее, это прям всем проблем. Просто из-за того, что булочка у тебя упала на пол, и ты мог бы ее положить на стол, но ты ее положил сюда, и начинается необратимая цепочка всех последствий, которые могут быть в конце. Взмах крыла бабочек порождает торнадо на другом конце земли одновременно, в эту же секунду. Потому что цепочка, это не то, чтобы там едет машина, потом она где-то там пукнула облачком, тут летела птица в него, это в секунду все происходит. Только упало, и только ты кладешь, и у тебя варианты возможных развития ситуации, их миллиард просто. Поэтому, например, у меня друг мой Димка Троцкий говорит: твоя судьба в твоих руках только лишь потому, что мы единственное существо на Земле, которое может выбрать, каким путем нам идти. Поэтому и к вам, к разумным существам, от разумных существ. В моем случае у меня на канале суперразумные существа, потому что я не показываю, кого попало. Мне хочется всегда, чтобы были люди идейные, люди вдохновляющие, люди круто мыслящие, креативно, нестандартно. Кто-то скажет: ну опять Василий наснимал, там вообще непонятно, что такое. Ты когда про тартар стал говорить, я немножко даже свою часть мозга переложил в камеру, такой думаю, вот сидит человек сейчас такой где-нибудь, Вачинский, такой думает, что он говорит, это что за слова, можно мне включить переводчик, а есть субтитры? Ну, мы как раз-таки разобрали по каждому продукту, по каждому ингредиенту, что, с чем и зачем. Да, ты там про оленину начал рассказывать, у тебя там столько технологических моментов, чтобы получить этот тартар, что многие люди... Человеку просто иногда нужно отрезал, все, готово. Пожарил вот так вот, соль добавь, перец. Все, и как бы было понятно. Валер Порядин. Василий Большое. Спасибо. Да. Валера, я очень рад был быть у тебя в гостях. Спасибо тебе огромное, что пришел к нам в гости. Если вы будете в Питере, и вы захотите ресторан с шикарнейшим видом, не с только... любой посадкой. Да, с любой посадкой. С любым банкетом. Наверху еще второй этаж есть. И это, конечно, шикарно. Шикарно. И своя парковочка еще есть, бонус большой. В Москве вообще с этим дефицит. Дефицит всего. Да и здесь дефицит, на самом деле, не только в Москве. Спасибо. Спасибо. Все, я с вами прощаюсь. Валера прощается. Маша вам ручкой. Все, до новых встреч. Пока. До новых встреч. А вот, собственно, наши кухни замечательные. Вот все ребята, которые готовили для нас замечательный процесс. Ребята, большое спасибо. Было очень круто. Спасибо. Кухня!